В рамках федерального проекта «Большие гастроли» труппа театрально-концертного центра «Щелковский театр» покорила сердца зрителей города Камышин на Волгоградской области. С ответным визитом к нам приехал коллектив Камышинского драматического театра. Гостей встретили хлебом с солью. Федеральный проект «Большие гастроли» реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Его цель – объединение культурного пространства страны, расширение рамок творческого взаимодействия театральных коллективов, привлечение новых зрителей. Есть у этого проекта и большая миссия – объединение. Вот объединение внутри коллектива, потому что совместные выезды – это всегда очень важно, это очень сплочает. Это дает такой новый толчок и к желанию творить, и к желанию объединяться, к желанию быть ближе к друг другу, ближе к нашим зрителям. Искусство, оно всегда требует какого-то духовного развития. И «Большие гастроли» этот проект существует только для обмена опытом. Совершенно ни с какой коммерческой целью, никакой коммерческой задачи мы не ставим во время таких поездок. Это другая цель. Это знакомство, это соприкосновение, проникновение, это сотворчество. И, конечно, мы учимся друг у друга в это время обязательно. Никогда ни одного театра нет, у которого нечему было бы научиться. Гастроли – это проверка репертуара театра на другом зрителе. В рамках проекта Щелковский театр представил на суд камышанам постановки «Стакан воды», «Свадьба Кричинского», «Аленький цветочек» и «Маленькая колдунья». Зрители! Вы не поверите, вот дети на поклоне вдруг встали и начали кричать: «Молодцы! Молодцы!» Зал скандировал, он был полон. То же самое, крики «Браво!», овации были на взрослых спектаклях, и на «Аленьком цветочке», и на «Маленькой колдунье». Там вообще была феерия, дети стояли на ушах, во всем принимали участие, болели, кричали сзади и так далее. Вообще зрители потрясающие, люди в Камышине потрясающие. Поездка была очень насыщенная, очень напряженная, но при этом все получилось. Нас прекрасно приняли мы и зрители, и команда, которая нас принимала. Было очень интересно попробовать поработать как актрисе, как режиссер на других зрителей, на другую публику. И я могу сказать, что все удалось. Наши спектакли все имели правильное восприятие публики и теплый прием. Было очень интересно взаимодействовать с другими артистами, с другими цехами. Это и свет, и звук, и костюмерный цех. Нам очень понравилось. «Большие гастроли» наших гостей открыла пьеса Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Сюжет настолько лихо закручен, что невозможно понять, где сон, а где реальность. В спектакле использовали композиции чешского музыканта Томаша Дворжика, английского композитора Мэтью Халсела, француза Клода Дебюсси и британской рок-группы Radiohead. Труппа Камышинского драматического театра также представила щелковскому зрителю спектакли «Бременские музыканты» и «Сокровища капитана Флинта». Завершила «Большие гастроли» эксцентрическая комедия с переодеваниями Примадонны Кена Людвига, где главные герои, неудачливые английские актеры, сталкиваются с множеством испытаний на пути к счастливому финалу. Гастроли проходили при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта. Евгения Корытько, Мария Синина, Сергей Василевский, Владислав Реус, Катерина Куцева, Щелковское телевидение.